Ну и Криштиану Роналду в верхней точке под перекладину. Гол с игры мы с вами все-таки увидели. Ну и хорош, конечно же, гол получился. Удар абсолютно. Вот это получилась абсолютно идеальная атака. Абсолютно, абсолютно идеально сыграли двое в двое на фланге. Абсолютно идеальная подача. И удар такой, что вот можно в пособие заносить. Ну и Хедира поприсутствовал при этом все-таки на поле. Что ж, теперь самое интересное. Еще ничего не кончено. Да, если бы было правило золотого гола, то Реал бы уже мог праздновать. Роналду. Вот сколько у него сил-то, а?